Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть драконы в всадники Олуха. Так, забрали рыбу. Окей. Беззубик. Ну-ка. Понятно. Да, он принес, но не то, что нужно. Не то, что нужно. Так, здесь. Понятно, тусклый янтарь. Так, давай за рыбой. Шлем возьмем. Так, этого парня мы отправляем, опять же, за железом. Древоруб за деревом. Костолом тоже за деревом. Так, ну а эти ребята что мне приготовили здесь? Ага, руны. Так, доброта. Пускай летит бесплатно. Создание тренажеров. Пускай создает. А ты... Ага, два яйца здесь, да, значит, получается? Ну, такие. Вшивенькие, так скажем. Так, и... Грамгильда нам приносит тусклый янтарь. То есть два тусклых янтаря. Тут все с наградами уже, в принципе, понятно, что будут. Так, у Йохана... Давай возьмем эту лопатку. Лопатка. По сапатке. Так, ну-ка. Здесь. Отлично. Так, древесина. Есть бремя гнильца. 121 уровень, но... Не знаю даже. Мне бы, конечно, его хотелось бы прокачать. Ну, на самом деле. Так, 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 так. Рыба. Тут нужна рыба. Тут нужна древесина. Блин, 4... Я офигею, ребят. 4 с лишним тысяч нужно, чтобы поднять ему один уровень. Тогда делаем как по старинке. Всех отправляем за древесиной. Этого буду прокачивать. Я не знаю, стоит ли вообще его качать. Но почему-то мне хочется. Так, забираем мухоморы. Отправляем его. Так, где у нас тут еще? Кто? Что? Тыквеброн. Давай за деревом, ты за рыбой. Зеленая смерть нам дает какой-то жетон. Так, такс, 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 такс. Давай я, наверное, его все-таки, ребята, опять же отправляю за железом. Ну... Крутим. Да тут, понятное дело, что наверняка тусклый янтарь выпадет. Ну, конечно же, все идет к нему. Мечтай, как говорится, о железе. Так, ну что, ребят, я не знаю. Давай, наверное, мы его отправим за деревом. Нам нужно задание, чтобы добыть древесину. Этого малыша качнем. Естественно, на тренировку. А этот мне тогда и не нужен, по идее. Если мы... А через того парня с тобой добудем нужное количество древесины, то выполним задание. Я не буду качать лаварыга. Грубо говоря, бестолкового. Так, бремя гнильца. Угу, 3800. Ну, офигеть. А, 3800. Много, конечно, много. Очень прожорливые, я тебе скажу так. 50. Ну, одна награда у нас будет. Тут 500 коряг нам выпадает. Итого 2 коряги. 2260. Плюс бесплатный пак. Костолом, пристеголов, прихвостень. Угу. Что еще у нас? Так, давай посмотрим по событиям, ребят. Угроза, бух и бах. Также свирепые против хранителей. Угроза, бух и бах. Сколько у нас, интересно, здесь заходок? Две. Раз, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь.
9-10. Ага, ага. Две заходки, как бы не так, ребята. А я не успею пройти. Там три заходки нужно делать. И в запасе всего один день, 19 часов. Ну ладно, я сколько пройду, ребят, столько пройду, чё уж. Что уже поделаешь, да? Так, одна волна здесь. Начнем вот с этого вот. Но сородич какой-то лаварыга здесь. Угу. Так, укус добиваем. Ну, допустим. Так, понижаем ему защиту. Ну и, я так понимаю, кривоклык его добьет. Прекрасно. Ага, рулеточка. На ней она выпадает прилив сил. Так, и мы забираем еще 20 рун. Плюс у нас еще будет здесь загадочный пак. Раз, два, через два поединка. А конечно должна быть, по идее, тусклый янтарь. Так, смотри, ага, опять одна волна. Нифига ты вжариваешь. Смотри, какой прикольный. Расцветка прикольная, да? Он знает, гад, что буду этим ходить. И он на опережение, ребята, понижает здесь атаку. Прикинь. Смотри, что творят. Ну ты полюбуйся. Два с пониженной атакой. Хм, жуки. Ладно, будь по-вашему. Так, что ты будешь делать? Глушить? Нет, он ничего не стал особого делать. Просто выпустил водяной шар. У нас очередное колесо, где выпадает нам прилив сил. Что-то здесь неладное. Сразу начинаю заподозривать какую-нибудь пакость. Если начинает давать прилив сил и тому подобное, то значит тут, по идее, должна быть жесткая битва. Но это, конечно, не точно. Так, дымодышащий плюс водорез. Две волны здесь будет у нас. А мне надо начинать с этого. Потому что по нему идет повышенная атака у нас. И я надеюсь, что торморез его сейчас гасанет все-таки. Окей. Так, теперь за водореза беремся. Надо будет, наверное, хильнуться, скорее всего. Он всем делает понижение защиты. Так, последняя волна у нас дымодышащий плюс... Как его? Злобный змеевик. Так, ну мы одного сразу убрали с поля. Так, он делает себе усиление атаки. Давай так попробуем, и вот так. Очередная рулетка, выпадает нам древесина здесь. Так, это закрываем, забираем с тобой загадочный пак. Раз, два, ну да, мы с тобой дойдем до 1000 тусклого янтаря. Кстати, надо будет забрать янтарь и поставить на... Как назвать-то это? На переработку, на улучшение, да? Из тусклого в блестящий. Фиг тебе, не попал. Ну, этого быстро мы с тобой черканули. Ох ты, ох ты, ох ты. Так, ну давай, наверное, с этого. Минус один. Так, громобой плюс костолом. Костолом будет глушить кого-то. Кривоклыка. Он оглушил кривоклыка мне. Ну, теперь он бьет сюда. Минус.
Так, ну что же, костоломчик. Фига он бомбанул. Ё-моё, я не то сделал, блин. Я хотел понижение сделать. Понижение ему защиты, а потом уже пробивать. Ну ладно, так, добьем. Еще разок крутим. И рыба. Нам выпадает здесь рыба. Последний поединок у нас, по идее, друзья. Получается на сегодня. Энергия кончается. Так, опять один. А сколько волн? Волны будет две. Да мы быстренько его раскурочим. Согласись. По крайней мере, этого быстро раскурочим. Я не знаю, там на второй волне что будет у нас происходить. Ну. Понятно. Ух ты. Блин, они сжигатели энергии. Давай тогда так сделаем. Четыре энергии. Застанил. Так, ребят, может быть, хорош уже баловать-то, а? Блин, не пробили. Сейчас опять, наверное, уничтожат Барсика, скорее всего, здесь. Да, Барсик даже из стана, ребят, не успел выйти, к сожалению. Ну что ты, Кривозадов? Все, готов. Ну и опять древесина. Угу. Так начиналось все хорошо, и в итоге скатились до древесины. Плюс тусклый янтарь. 1000 штук. Так, я хотел... Блин, мне же этого надо еще отправлять. Давай-ка я его отправлю. Пускай он там начинает поиски свои. Так, полетел. А здесь забираем блестящий янтарь. Плюс заказываем новый. 4 штучки на обмен. Так. Сезонка здесь взята. Ну и получается, что... Блин, у меня даже нет... Ну давай хотя бы за рыбы их, что ли, отправим. Просто дело в том, что у меня нету ресурсов. У меня нет ресурсов, чтобы я мог дальше как-то их там прокачивать. Да? Ну что у нас тут? Монетки Одина, это понятно. А крылатый ужас, древоруб, шепот смерти. Железо даже выпадет. 60 штук, ну спасибо. Тыщенка уже у нас насобиралась. Но все равно этого мало, ребят. Что такое тыщенка? Это ни о чем. Это ни о чем. Тыщенка, это даже на разогрев, ребят, не хватит нам. Верно? Так, Буйволорд, я тебя забыл. Тихо, не то. Управлять не будем, потому что он... нет у нас местечек ни рыбных, ни лесных, где бы он мог добывать. Тогда, ребятушки, все. Но я думаю, что я не успею пройти это событие за... Извини меня, там еще 10 боев. Это... Но это никак не прокатит. Слушай, давай-ка мы тебе вернем, а модификрылку я, наверное, ребята, отправлю. Все-таки она побольше немножко приносит рыбы, чем тот же самый этот болтун. Да, болтун. Так вот я сделаю. Пускай идет и учится. Так, ну что, друзья мои, тогда на сегодня получается все. Да? Да? Всем удачи и до новых скорых видосиков.